он разводит богачек? Да, ради семьи. Ради детей. Всем привет, это прожарка татарских клипов. Мы каждый раз будем звать гостей, потому что мы поняли, что так лучше. Вы никому не интересны. Да, да, да. Это Денис Сальманов, друзья. Он, во-первых, у него миллион. 1 172 000. До Казани. Этого, на самом деле, Денис снимался у нас в скетче. И вот потом сразу 1 100 000. Ну, просто перевалил. Ну, да. Закономерность чувствуете, да, как бы? Как тебе живется с 1 172 000 подписчиков? Наверное, лучше, чем с 33 000. Ну, вообще на изи живу. Я тоже сегодня встал, думал понедельник, а оказалось пятница. Не, действительно, действительно. Да, 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 мы верим. Моя мама татарка, у меня вся семья татары. Я даже скажу больше, я знаю татарский язык. Ну-ка. Алга. Он вообще печальный, бедолага. Ну, я когда третьего ребенка увидел, тоже такой, опа. Три девочки. Идешь, три девочки. Так, воспоминания пошли. Угу. Маленькая собачка решает. Это разные женщины, девушки? Кто это? Ну, за столом и вот здесь вот. Да. Жена поет ему за столом. Это не жена. Нет, вот это не жена. Угу. На дороге стояла не жена. Ага. Как правило. Они просто один в один, как бы немножечко. Вот так сделаем сейчас. Вот у меня на руках появились женщины. Так. А мы как поймем? Пиши в комментариях, это разные женщины или нет. Четко, спасибо, Сань. Ребят, не за что. Так, значит. А, он еще и слесарь, что ли? Ой, ну, в сервисном центре работает? Ну да. В СТО? Ну, автослесарь. Да, вы видели таких слесарей, которые едут на машине, такие видят другую сломанную машину, типа такие... Айдагис, почти автослесарь. Я почему спрашиваю про то, что слесарь? Я когда у меня дедушка сломалась машина, я у людей спрашиваю, никто не помог. Знаешь почему? Потому что у тебя не было вот этой вот собачки. Стоишь в юбочке и все, и к тебе подъезжают. Эй, Алзан, машина и слергами, или как там, ну ты понял, да? Не понял. Так, 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 ужас. Пошли в ход инструмента. Типа, смотри, он смотрит, да? Это неловко посмотрел, очень все, я понял, короче. Угу. Мне кажется, так. Вот эта девушка за столом, угу, говорит ему, не смотри на сиськи, не помогай женщинам с собаками на дороге, не чини им тачки. Икео Алма, что-то оно такое слово. Два яблока. Типа, два яблока не скушать. Я сам просто не понимаю, откуда я начинаю знать татарский просто. Ну вот, Кирилл еще не знает, как только он посмотрит тысячный клип, он достигнет максимального просветления. Ну, он все понял, он уже все сделал. Такс. Так, ему звонит. Ему звонит, звонит, значит, уже Мутурым назвал ее. Мутурым переводится как «моя красоточка». Красавица, да. Ну, просто вот. Очень смелый мужик. Он, экраном просто. Он на... домой пришел, он Мутурым, он вообще не... Ну, не... Он сразу записал номер, то есть где такое видно вообще? Что он говорит в этом кадре вообще? Распознавание по губам. Мур-мур-мур. Нормально. С тебя жены вы видели вообще? А что ты думал-то? 2 метра отошел от нее просто. Она слышала весь разговор. Мне кажется, она думает просто то, что он разговаривает с друзьями. Че я вчера бухнул? Если не хочешь, чтобы тебя спалили с любовницей, просто разговариваешь как дебил. Ну и чтобы она тоже умела так разговаривать. Ты такой... И она такая, я тебя обожаю, приеду 8 часов. Вы все это видели, да? Девочка бьет кошку палкой. В течение клипа видно, что за детьми как будто не очень смотрят, там и что-то по-своему фигачится. Разрисованные, что-то кидают там бичом. Батя стоит за углом. Что творится в семье вообще? Ужас. Не, ну он тоже неплохо устроился. Сам автослесарь живет в таком доме. Ну, явно не он заработал на него, да? То есть он, может, он Альфонс. Он разводит богачек. Да, ради семьи. Ради детей. Потом едет на машине, видит женщину, девушку с собакой и все. Готово. Сразу такой типа варик. Ну,
стесняюсь за ним домой приехал даже. Объясняю, в чем суть. Угу. Мужчина выходит в куртке погулять со своей любовницей, правильно? Так. Как мы понимаем, в свитере. Да. Все в свитере. Угу. В этой сцене мы понимаем, что он заснул, во-первых, на диване, без подушки, футболки, без всего. Так. И что-то понимает по запаху джинсовки. Хотя мужчина был в куртке. Я бы не хотел, чтобы ты моей женщиной был бы. Смотрите в новом сезоне «Шерлока». Измена в Бугульминском лесу и собака Баскервилей. Ага, поняла, точно. Какие они похожи, я не могу. А, кстати, вам какая больше нравится? Вот его жена или вот та вот? Они обе хороши. Может, в этом вся драма просто. И как два яблока просто они хороши. И надо выбирать между двумя яблоками. Ты чё, понял смысл песни? Представляете, вот, да? Нюхаешь ты рубашку, mm-hmm. думаешь, он не изменяет. Приготовлю ему пожрать. Ну что, он это заслужил. Так ему и надо. Вот так я умею, она говорит. Причем он смотрит на стол, но как только приносит фруктовую корзинку, только тогда у него счастье в глазах просто искрит. Да ну, черный виноград. Все, я ухожу от любовницы, нафиг это все. Виноград черный, топ. У той женщины, которая была с декольте в автосалоне, так. У нее тоже был виноград. Нет, он, она... Там было не декольте, ему на декольте, мы же видим, что он туда не смотрит, он смотрит на виноград. То есть она сейчас пока что водится с детьми, типа, да? Еще. То есть этого она не водилась. Ведь. Но причем, как бы, если честно, с этой научат уроки какие-то, а эти, как бы, ну так как херней занимались, так как бы что-то режут, что-то клеют. Вот не верю я, что эта девочка это сделала. Я не верю, что вот эта парочка вот это вот сделала. Вот это. Это Ланнистеры? А. Да. Он постоянно уставший заколебал. Ни хрена не делает и уставший. Матуром. Поэтому называть матуром. Собака уже в тачке. Собака. Эй, салам алейкум, эй, чё. А вы знаешь, что маленькая собака, да, как бы? Что она никак не может сидеть. Да. Её как будто поджали. Давай мы тебя в окно посадим. Мне кажется, он приехал с женой, с детьми, просто хайпануть на этой истории. Нам офигительно, пошла ты, и все. Клип заканчивается. Музыку что-то, слышали? Что-то не то. Вторая вайновская музыка. Вау! Нас настолько впечатлил этот момент с доставанием метелки, что мы придумали несколько шуток. Поэтому предлагаем лучшую выбрать вам. Пишу он пока. Или показывай. Он показывает. Пишите, какая шутка вам понравилась. А пока продолжаем просмотр клипа. Она хозяйка до конца. У нее костюм из лапши сделан. С самого начала клипа она знала, что будет. Отварила себе на куртку лапши. Если честно, я вообще от этого мужика, ну я не знаю, охереваю. В шоке я от него. Зверя в шоке, помните такое? Звезда в шоке, да? Звезда в шоке, да. Конечно, помним. С третьей попытки. Просто не говорим. Был дома, там у него богатая жена. Он погулял с любовницей, и жена спалила, что он с любовницей. Жена сделала ему офигительный завтрак. Все, накрасилась, помогла ему с детьми. В итоге позаговорила с любовницей и еще и с ней сама разобралась. Мужик вообще ничего не делал. Ну, конечно, ведется он на виноград вообще жестко. Просто показал виноград и делаешь с ним, что хочешь. Может быть, он енот? Я объясню. Эй. Просто видел такой смешной ролик, как енот кушает виноград очень громко. Ребята, спасибо большое, что позвали меня на эту передачу. Спасибо, что пришел. Мы же тебя все-таки воспитали, ведь с нашего канала пошел рост. Все эти 900 миллионов подписчиков именно после нас. Отец, я тебя не узнал. Всем спасибо, подписывайтесь на Дениса, эти три человека, которые не подписаны на него. Пишите в комментариях, похожи эти женщины или нет. Пока-пока. Скрю! Так чемпион.